Thank you тему назвал очень интересно. Я думаю, может быть, вас это заинтригует немножко. Название «Бог-инвестор». Моя тема называется. И я подальше, попольше мы, мы потом узнаем, почему я так назвал эту тему. Мы читаем в Писании много о притчах, то, что Иисус Христос говорил притчами. Да? И обычно люди считают, что если Господь говорит притчами, то чтобы это было более понятным. Когда Иисус говорил, мы, мы думали, что, ну как, мы, мы понимаем, и обычно люди считают, что чтобы это было более понятно, через то Он использовал какие-то жизненные примеры э, в жизни, когда Он рассказывал притчами. Э, я помню, когда еще, когда еще был пятидесятников, мне очень нравилось просто прочитать какую-нибудь притчу и сказать «Аминь». Э, там же, мы, 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 я думаю, кто был там, вы знаете, что там приходилось где-то минут пять в среднем говорить. Ну, притчу прочитал, не надо ничего объяснять, все понятно, все хорошо. Аминь. Но я вам скажу, что Иисус не из-за этого говорил притчами, чтобы всем было понятно. Наоборот, Он говорил притчи, чтобы, чтобы непонятно было. Я, я потом прочитаю это место. Просто мы, когда, когда смотрим, думаем, ну почему ему рассказывать эти как бы, истории странные, э, можно просто доступно рассказать. Э, ну, давайте прочитаем от Матфея, 13 -я глава. Я прочитаю это с 1 по 9 стих. «В тот же день Иисус, выйдя из дома, сидел у озера. Вокруг Него собрались большие толпы, так что Он вынужден был сесть в лодку, а весь народ стоял на берегу. И о многом говорил он им притчах. «Сеятель вышел сеять», — говорил он. «Когда он разбрасывал семена, некоторые из них упали у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокой. Но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие семена попали в терновник, который разросся так, что заглушил ростки. Семена же, которые упали на хорошую почву, принесли урожай. Одни во сто, другие в шестьдесят, третьи в тридцать раз больше того, что было посеяно. У кого есть уши, пусть слышит. Здесь, здесь есть некоторые детали, если вот так вот слышим эту историю, я думаю, что они шокировали слушателей в то время. Даже и в наше время так вот читаешь, думаешь, что это за история такая интересная. Например, первое. Глупо сеять на дороге, правильно? Это было ненормально. Почему этому фермеру надо было выбрать эти места? Второе, мы знаем, что. Даже те семена, которые упали на хорошую почву, они принесли необычайный урожай, необычный урожай, который, который тоже как бы нереальный в нашей житейской жизни. Если бы мы, мы там были, на том месте, мы, мы, мы бы уже подумали, о чем это он говорит. Тем более в то время, я думаю, каждый из них, они может быть понимали эти вещи, что где должно сеять. И мы, мы, я думаю, помним ту, то место, когда Иисус Христос говорил на горной проповеди за, за то, что если там рука соблазняет, отруби ее и так дальше, то люди, может быть, слушали его и хотели, чтобы услышать еще наподобие что-то, что более конкретно, понятно, что там мешает, там выколи глаз. А, а тут пришлось им услышать такую как бы притчу, что для них непонятно было и за этого за этого фермера который даже не знал где ему нужно сеять в каких местах и я скажу что это не только эти люди так понимали но и ученики потому что они когда потом пришли к иисусу они начали спрашивать его и здесь написано ниже это 10 15 стих тогда ученики подошли и спросили иисуса почему ты говоришь с людьми притчами Иисус ответил, вам дано знать тайны Небесного Царства, а им не дано. Потому что у кого есть, тому будет дано еще, и у него будет в изобилии. А у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. Я говорю им притчами, потому что они, смотря, не видят, слушая, не слышат и не понимают. В них исполняется прочество Исаии. Вы будете слушать и слушать, но не поймете. Будете смотреть и смотреть, но не увидите. Сердце этого народа ожесточилось. Они с трудом слышат ушами, и глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами, не услышать ушами, не понять сердцем и не обратиться, чтобы я их исцелил. Здесь, здесь мы видим конкретно, что Иисус учил притчами, чтобы научить своих учеников, а остальным, чтобы было непонятно. Конкретно, да? Он сказал ответ прямо, что остальным, чтобы у них сердца не готовые слушать. Вы думаете, почему религия не понимает пастора, когда он говорит? Они только слышат крики его, может быть, как он там говорит какие-то слова для них непонятные. Я скажу, что Господь до сих пор говорит притчами. И кто готов слышать то, что Господь говорит? И мы видим, что здесь Иисус напоминает им место Списания о, о Исаии, который говорил это прочество. им говорит, что оно исполнилось в тот день. То, то прочество, которое Исаия говорил, оно исполнилось в тот, в тот момент. Притчи имеют разную цель. Для, того, для, для тех, кто стал Его учеником и послушным Ему, э, притчи легко понимать. Но те, которым тяжело быть послушными Иисусу, притчи непонятны. Если наши сердца огрубевшие, если наши сердца, они не способны слышать, то мы не, не будем способны понимать эти притчи. Я надеюсь, что сегодня, когда мы будем разбирать притчу, это не та притча, которую, за которую я, я буду говорить сегодня, просто это для, для вступления. Я надеюсь, что если мы эту притчу разберем, она поможет тебе, может быть, задуматься над твоей жизнью. Если твое сердце послушно Богу, то ты поймешь ее и будешь знать, как использовать ее в твоей жизни. Но если сердце не послушно, то тебе никогда не поздно. Тебе никогда не поздно наладить отношения с Богом. А я, я хочу разобрать притчу о Минах. Это в синодальном переводе написано о Минах. В другом в русском переводе написано просто как серебро. Мы сейчас давайте откроем от Луки, 19 глава, с 11 по 27 стих. От Луки 19, 11 по 27. Тем, кто слушал, Иисус рассказал притчу. Они были уже недалеко от Иерусалима, и люди полагали, что Божье Царство должно наступить немедленно. Иисус сказал, один знатный человек отправлялся в далекую страну, чтобы получить царскую власть и вернуться. Созвав десять своих слух, он дал им десять мерок серебра. «Пустите эти деньги в дело, пока я не возвращусь», — сказал он. Но жители его страны ненавидели его и послали вслед за ним посольство, чтобы заявить, «Мы не хотим, чтобы этот человек был нашим царем». Когда он возвратился, получив царскую власть, то приказал созвать к нему слух, которым доверил деньги, чтобы спросить их, какую они получили прибыль. Первый явился и сказал, «Господин, твоя мерка принесла доход в десять мерок». «Молодец», — похвалил хозяин, — «ты хороший слуга. Ты был верен малым, получи теперь в управление десять городов». Пришел второй слуга и сказал, «Господин, твоя мерка принесла доход в пять мерок». Хозяин ответил, получив управление пять городов. Затем пришел третий слуга и сказал, «Господин, вот твоя мерка, я хранил ее завернутой в платок. Я боялся тебя, так как ты человек жестокий. Ты берешь там, где не клал, и жнешь там, где не сеял». Хозяин тогда сказал, «Ах ты негодный слуга, я буду судить тебя под твоими же словами. Ты знал, что я человек жестокий, и что я беру там, где не клал, и жну там, где не сеял». Почему же ты не пустил мои деньги в оборот, чтобы, когда я вернусь, отдать их мне с прибылью? И он сказал стоявшим там, заберите у него его мерку и отдайте тому, у кого уже есть десять. Господин сказал ему, да ведь у него и так уже десять мерок. Хозяин ответил, говорю вам, что каждому, у кого уже есть, будет дано еще, а у кого нет, будет отнято и то, что имеет. А моих врагов, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и убейте прямо передо мной. Мы, когда читаем эту притчу, мы понимаем, что здесь Иисус представляет себя как этого знатного человека, который отправлялся получить царство. И мы понимаем то, что Иисус, он был вознесен на небо, он возвратится, он придет на землю. И то, что слуги, они представляют как детей Бога или учеников Иисуса, которые в его ответ... в отсутствие имеют ответственность, чтобы делать продолжать дело Божье, то, что он не закончил. Ну, также мы понимаем то, что те люди, которые ненавидели его, они, они просто люди, которые не хотели ничего общего с Богом иметь. Здесь мы просто рассмотрим три момента, что в этой притче говорится о том, что царь пришел инвестировать. Второе, он возвратится за прибылью. И третье, он делать будет проверку. Это как бы три таких основных момента. Иисус использовал в этой, в этой притче деньги, потому что всем было, чтобы всем было понятно. Потому что каждый из нас, мы имеем, мы имеем деньги, мы пользуемся деньгами. И здесь в этой притче говорится, что царь пришел сделать вложение, то есть инвестировать. Я так слышал, что одна мина означала где-то 4 месяца заработка в то время. Но что интересно, что царь раздает эти мины, он, это серебро он раздает каждому одинаковое количество. Они все получили по одинаковому количеству. Никто из них не получил больше. Что означает это серебро или это мина? Что, что это такое? Как, как нам понимать это? И ответ мы находим немного раньше, в той же самой главе, за историю за Закхея, вы помните, да? От Луки, тоже 19 глава, с 1 по 10 стихи. Иисус вошел в Иерихон и проходил через город, там был человек, которого звали Закхей. Он был начальником сборщиков налогов и богатым человеком. Он пытался увидеть, кто же этот Иисус, но не мог из-за толпы, потому что был маленького роста. Тогда, чтобы увидеть его, Закхей забежал вперед и залез на тутовое дерево, росшее в том месте, где Иисус должен был проходить. Когда Иисус подошел к этому месту, он посмотрел вверх и сказал, «Закхей, спускайся скорее, потому что сегодня я должен быть у тебя в доме». Захей быстро спустился и с радостью принял его. Все, кто видел это, начали возмущаться. Он пошел в гости к грешнику. Закхей же встал и сказал Господу: Господи, половину моего имущества я раздам бедным, а если я кого-либо взял лишнее, я возвращу Ему в четверо. Тогда Иисус сказал ему: Сегодня в этот дом пришло спасение, потому что этот человек тоже сын Авраама. Ведь сын человеческий пришел, чтобы найти и спасти потерянное. Мы конкретно видим здесь, в этом месте, за Закея, что говорится именно о спасении. Какая цель, какая цель Иисуса, чтобы спасти этого человека? Закей был сборщиком налогов в то время, и как в наше время это, как дядя Сэм или АРС, то же самое. Тогда была мафия, и она и сейчас та же самая, это мафия, то и еще один момент, то что почему Иисус именно сказал о деньгах там? Потому что а, люди люди в том доме они прекрасно разбирались в деньгах, они понимали, о чем о чем речь идет. И через то Иисус сказал им эту притчу. И в основном в то время люди, когда собирали они эти, эти эту дань, это, это пожертвования с, с людей, а, то они лишние деньги прикарманивали. Они в основном как бы оставали, оставляли себе, и и мы знаем, что таких людей ненавидели. И мы знаем, потому что когда вот читаем это место, что те окружающие, которые видели, что Иисус пришел в его дом, они говорят, куда он зашел. И они его этого человека они видели как безнадежного. Они они даже не верили в то, что ему может будет спасение или как царство царство небесное. А, Но ну, то, что мы видим с, этого, с этой притчи, то, что даже не притча, а именно общение с Иисусом, такие, что одно, один вечер, одно общение, что оно сделало с этим человеком, полная трансформация, человек полностью поменялся. И мы слышим, что Иисус сказал, что пришло спасение этому дому. Если хозяин дома приходит к Богу, вся семья приходит к Богу, потому что это очень важная закономерность важная, потому что если муж поднимается, если жена поднимается, если тогда дети все идут вместе с ними. И я скажу, что для каждого из нас Бог дал спасение, как эту мину. И Иисус принес каждому, чтобы мы получили, мы получили Его спасение. И Он хочет, чтобы мы были в Его царстве. И, и также здесь мы, если видим, Царь пришел инвестировать свое богатство в нашей жизни. Он пришел разделить с нами свое богатство. Он пришел разделить на, э, с нами общение с Отцом. Также мы видим параллель э, 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Его божественная сила дана, дана, дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога призвавшего нас своей собственной славой и добродетелью. Он дал нам все. Иисус инвестировал в нашу жизнь все, что нам необходимо, все, что в нашей жизни необходимо, Он инвестировал в нас. Если мы не думаем о том, что мы богаты в Нем, мы просто не ценим, мы не ценим того, что Иисус сделал для нас религия обычно поет, и веры не стало, и сила пропала, и все, конец. То такая именно их подход к жизни, их подход к тому, что Господь сделал в их жизни. Еще я хочу прочитать филиппийцам, 4 глава, 4 по 7 стих. «Всегда радуйтесь Господи, и еще раз говорю, радуйтесь, потому что ваша кротость будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но во всем через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое, всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. Мы видим, что здесь Павел, он, он, он понимает, что он богат, что он действительно богат в Боге. И если ты действительно настоящий ученик Иисуса, если ты дитё Бога, ты... Ты тоже должен понимать, что ты богат. И тебе нужно каждый день радоваться в Боге, тебе нужно каждый день наслаждаться Богом. Там еще есть одно, самый короткий стих: Всегда радуйтесь, да, тоже есть стих такой, 16, 5 главы. Здесь не написано как, как предложение, но более как, как повеление: что всегда радуйтесь. Я скажу, что те люди, которые не хотят радоваться, или они сами по себе как бы нерадостные в жизни, и они задают вопрос, мне нужно радоваться, зачем это нужно? А если этой радости у меня нету, как я могу радоваться? Почему Богу важно, чтобы мы радовались? Почему важно, чтобы мы радовались каждый день? Потому что это показывает, насколько ты ценишь то, что Он дал тебе насколько ты ценишь спасением, которое Господь даровал тебе. Помним ли мы то, что мы получили от Него? Помним ли мы то, что Царь всего мира инвестировал себя, свое богатство в меня, в каждого из нас? Он поделился со всем, что Он имеет с нами. Мы, как ученики Иисуса Христа, мы имеем доступ к Отцу – мы имеем привилегию персонально общаться с Богом, персонально общаться с Отцом. Вот представьте, если бы, если бы мы имели возможность пообщаться с президентом Америки, к примеру. Это было бы какая-то. Классно было бы, правильно? Просто поговорить с ним о чем-то, может быть. Но я скажу, что Отец, он, он любит тебя настолько, что Он хочет общаться с тобой постоянно. 24-7. Я извиняюсь, сейчас потерял место. <свы> он просто, он просто хочет общаться с тобой постоянно, потому что ты его сын и дочь. И когда мы читаем Евреям, 4 глава, 16 стих, Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. Мы уже можем просто даже остановиться здесь и уже быть постоянно радостными, постоянно благодарить Бога. Потому что мы имеем свободу, мы имеем возможность приближаться смело к престолу благодати. Также Иисус показал нам пример, как, как мы можем быть победителями в нашей жизни, как мы можем победить дьявола. Через общение с Богом мы имеем ту же силу, что Иисус имел, быть полностью свободными, полностью свободными от, от всего, что дьявол посылает. Потому что Бог уже живет в каждом из нас. Господь дал нам привилегию приводить людей к Богу приводить людей ко Христу. Я думаю, что каждый, кто служит на энкаунтере, они, они меня понимают, о чем я говорю, потому что действительно, когда, когда ты приезжаешь на энкаунтер и ты видишь эти люди, которые приходят в четверг, и потом какие они выходят в субботу, это, это просто привилегия служить этим людям, это привилегия видеть измененные жизни. то, что мы уже читали, что ведь Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти потерянные. Цель Бога – спасти человека. Нет ничего на земле дороже, чем приобрести чью-то жизнь для Бога, для вечности. Все остальное, оно просто не имеет никакого значения по сравнению с спасенными душами. И это то, что, то, во что Иисус инвестировал в нас. Иуды, 1 глава, 3 стих. Возлюбленные, при всем моем желании написать вам о нашем общем спасении, я счел нужным напомнить вам о необходимости отстаивать веру, разве навсегда доверенную святым. Бог доверил нам эту благую вещь, что, что мы с нею делаем, что мы, что мы делаем с, это, с этим доверенным Богом в нашей жизни, с спасением и благой вести. Делим ли мы с Иисусом его цель ⁇ спасать души. Просто проси, проси более погибающей. Когда у тебя будет боль, это внутри тебя. Когда эта боль будет внутри тебя, ты будешь совсем по-другому смотреть на людей. Но очень важно твой, твой, твой подход даже к самому себе, насколько ты смотришь на себя, как ты правильно ли смотришь на себя. Обычно, когда ты смотришь в зеркало, что ты думаешь? Радуешься ли ты или ты думаешь, какой я плохой? Это все, опять же, зависит много от того, насколько твое мышление. Если ты сын и дочь Бога, если ты сын и дочь Иисуса, то ты самый богатый человек. Ты самый богатый человек, верите в это. И тебе нужно радоваться. Если ты будешь радоваться, ты будешь совсем по-другому даже жить. Твоя жизнь будет совсем по-другому. Но я скажу, что да, царь сделал он инвестмент. Он, э, Иисус, он, он сделал инвестмент в нас. Но он также придет, чтобы получить прибыль. Потому что нет ни одного инвестора, который просто вложил деньги и ничего не получает. Он хочет, чтобы что-то получить, правильно? И давайте мы еще прочитаем реакцию этих слух, которые принесли ему это серебро. Первый, когда он возвратился, получил царскую власть, то приказал созвать к нему слух, которым доверил деньги, чтобы спросить их, какую они получили прибыль. Первый явился и сказал: Господин, твоя мерка принесла доход в 10 мерок. Это в тысячу процентов. Тысячу процентов прибыли он, он ä, господину принес. И он ему сказал, что ты верный, верный слуга. Второй. Здесь тоже, тоже в 17 стихе. Молодец, пофалил хозяин, ты хороший слуга, ты был верен малым, получи теперь управление 10 городов. Мы видим то, что когда человек думает о том, что, что чтобы угодить царю, чтобы угодить Богу. И, может быть, ты даже думаешь, что Бог хочет от меня, что ему нужно, что я должен сделать на этой, на этой земле. Но я скажу, что часто мы уже знаем этот, этот ответ, но нам просто не нравится этот ответ. Говорит ли тебе хозяин? Говорит ли тебе Иисус? что ты молодец. От Луки, там же ниже написано за второго слугу, да? Пришел второй слуга и сказал, «Господин, твоя мерка принесла доход в пять мерок». Хозяин ответил, «Получил управление пять городов». 500% тоже неплохо, тоже хорошо. Мы видим в примерах обоих, что они получили конкретное вознаграждение. Бог говорит, ты был верен с тем, что я дал тебе, то, что Бог тебе дал, то, что Он тебе поручил, это твоя жизнь. Ты был верен с этим. Если ты хороший слуга, если ты хороший уч ученик Иисуса, э, твое вознаграждение не, не какой-то круиз, может быть, или вакейшн, или пенсия. Э, он просто дает тебе больше работы. Бог дает тебе больше работы, потому что ты показал, что тебе можно доверить ты показал, что тебе можно доверить какую-то определенную сумму. А для верного слуги что может быть еще лучше или больше, чем угодить своему, своему хозяину, своему царю? Еще прочитаем 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, Призвавшего нас своей собственной славой и добродетелью. Бог дал нам все уже необходимое дал, Бог дал каждому из нас уже все необходимое для того, чтобы сделать то, что Он хочет. И здесь чуть-чуть ниже написано с 5 по 8 стих, поэтому приложите все, все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелю, добродетель знанием, знание умением владеть собой, умение владеть собой стойкостью стойкость благочестием, благочестие, благочестие братолюбием, братолюбие любовью. Если у вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание Господа вашего, нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. Мы видим эти, эти же самые принципы в этой притче, за которую мы читали. Что все эти слуги, они получили одну сумму. Но не все отреагировали одинаково. Их реакция была, была разным. Если мы, например, посмотрим на того человека, который принес на тысячу процентов, да, как вы думаете, он потел духовно? Я думаю, да. Я думаю, что он прилагал к этому усилия. Просто даже когда мы читаем за апостол Павел говорит, что я не просто бью, бью воздух. Просто надо бежать, пока не победишь. Выдавливать из себя все. Как обычно бегают чемпионы, я не думаю, что человек, который не, не напрягается, он, он стал чемпионом. Потеем ли мы духовно сегодня? Напрягаемся ли мы с вами? Или же, допустим, такой пример, если, скажем, кто, может быть, играл в команде, скажем, там, футбола или еще что-нибудь, и все играют, а один просто сидит и, и смотрит, наблюдает из, с этой же команды. Если даже один человек будет расслаблен в этой команде, то придет поражение. Нам нужно просто стараться все наилучшее отдать Богу. Помните Авеля, да? Он... Он отдал лучшее из того, что он имел. Каждый из нас мы находимся на определенном уровне духовном. Я понимаю, что мы на разных уровнях. Может быть, одни борются еще с грехом, другие с э, чем-то еще. Но просто задай, задай, задай Богу вопрос, задай себе вопрос, почему я не могу это изменить в своей жизни, почему это у меня до сих пор есть. И мы уже читали, прилагайте ли, прилагаете ли все старания, то в стихе пятом написано. И в третьем, что мы имеем все необходимое в нашей жизни для того, чтобы быть победителем. Библия говорит, что мы можем на все сто процентов победить любой грех в общении с Ним. Если я не хочу, у меня не получится. Если я желаю, получится. Просто мы должны быть радикальными для Бога полностью. Полностью радикальными. Может уже твое общение с Богом не радует тебя. Может молитвы не радуют. Тебе не хочется молиться. Может быть у тебя уже нет этой радости. Может она была уже украдена в твоей жизни. Просто подумай над тем, где ты находишься сейчас. Нужно просто принять решение, чтобы быть в огне Святого Духа. Полностью делать все необходимое в своей жизни, чтобы гореть огнем. Если ты не потеешь духовно, у тебя нет огня. Потому что если огонь горит, то тебе придется потеть. Прилагаешь ли ты все усилия для того, чтобы двигаться и, и сделать хозяина больше и больше богатым. Если мы не напрягаемся, это говорит о том, насколько мы дорожим то, что Он нам дал. Насколько мы дорожим тем, что Бог нам даровал. Можешь ли ты отдавать себя на все сто процентов той миссии, которую Бог поручил тебе? Делать наилучшее то, что тебе, тебе поручили. Я скажу, что иногда, особенно когда это первый раз, например, то это как бы рискованно, потому что тебе это неизведанные пути, может быть, тебе непонятно, и для тебя это некомфортно. Но я скажу, что я когда начинал ячейку, для меня это очень некомфортно было. Когда я ее никогда не делал перед этим, мне сказали, надо открывать ячейку. Окей. Как оно будет дальше? Просто и так, и так все в нашей жизни. Ты даже вспомни детство, любые моменты, там первый раз ты сел за, за велосипед, как тебе комфортно было. И все моменты, которые ты начинаешь делать первый раз, они всегда для тебя кажутся некомфортными. Но когда ты делаешь это не для того, чтобы тебе было хорошо или окружающим, но для того, чтобы угодить своему папе угодить хозяину твоему небесному отцу, ты просто совсем, совсем по-другому будешь относиться к этому. И если даже ты провалишь что-то, если у тебя что-то не получится, я, я знаю, что часто не получается, то ты уже как бы ты, ты с ним имеешь общение, ты ему говоришь, что вот так, и он тебя просто будет поддерживать всегда. Я скажу, что этот же, с этой притчи, если мы смотрим, что этот царь, он ожидал прибыли. Он ожидал того, чтобы получить прибыль от того, что он вложил. Нам нужно просто принять, принять решение использовать себя на все сто процентов. И здесь написано также за третьего слугу. То, что мы читали, это 20-21 стих. Затем пришел третий слуга и сказал, «Господин, вот твоя мерка, я хранил ее завернутый платок. Я боялся тебя, так как ты человек жестокий. Ты берешь там, где не клал, и жнешь там, где не сеял». Я скажу, что этот характер этого человека, он просто очень интересный. Почему он видел царя таким? Почему он его видел таким жестоким? Говорит, ты жнешь, где не сеял. Uh, похоже, что он чувствовал, что царь требует больше, чем возможно сделать человеку. Он как бы думал, что вот ты мне дал деньги, теперь хочешь разбогатеть на мне, чтобы я работал для тебя. Мне нужно платить деньги, а не чтобы я работал для тебя. Просто, когда мы так читаем, его мышление, это странно. Может, он думал, что, что мне от этого? Там он может сказать даже, что я боялся, что ты сделаешь со мной, поэтому я принял решение подойти наибольшим консервативным путем к твоим деньгам. Вы знаете, что есть вложения консервативные. Он мог бы сказать, что моя задача была просто сохранить твои деньги, сохранить то, что ты мне дал. И что интересно, что он принял решение, что самый консервативный или самый э, хороший способ это завернуть платок и спрятать, как религия в шлеме спасения прячется. И что интересно, что мы можем просто, когда вот читаешь, мы можем увидеть, что он как бы чувствует себя, что он прав в своем своем решении, то, что он понимает, то, что он принял решение такое, и он прав в этом. И как бы, что причина, по которой я не имею прибыли, это ты, царь, ты виноватый, потому что ты, ты такой жесток, я тебя боялся, ты такой, как бы, плохой. И мы знаем ответ царя, он говорит, что ты негодный слуга. А, может быть, ты спрашиваешь себя, доволен ли Бог мною, доволен ли Бог тем, что я делаю. А ты просто спроси себя, а сколько ты прибыли приносишь своему Царю? Получает ли Он от тебя прибыль от, той, от того, что Он инвестировал в твою жизнь или в тебя? Если Он не получает от тебя никакой прибыли, Он рассматривает тебя как просто негодный слуга. И дальше мы читаем продолжение этого стиха. Я буду судить тебя твоими же словами. Ты знал, что я человек жестокий и что я беру там, где не клал, и жну там, где не сел. Как бы здесь мы в этом месте мы видим, что царь ему отвечает его же словами. Если ты так думал обо мне, почему ты деньги эти, эти даже не положил в банк, чтобы они принесли какой-то процент? Я скажу, что когда мы собирались еще в 50-никах, мы, мы, мы собирались по домам, то даже э, нельзя было в рент пойти. И такое мышление было, что надо вот нам здесь вот сохранить себя. Вот в этой комнатушке, в этом уголке надо сохранить себя. Такое как бы мышление было. Некоторые бежали в другие штаты чтобы сохранить себя и свою семью. И мне она как бы немножко напомнило, и когда я вот писал эту тему, я вспомнил этот момент, она, думаю, интересно, там написано, что он запрятал платок, да? И здесь получается, что мы с себя заворачиваем платок, чтобы нас никто не видел. И так вот люди в платках и сидят. Если бы этого третьего слуги мотив был угодить Богу, угодить этому царю, то он хотя бы что-то сделал. Хотя бы хоть что-то он, он какое-то принял решение. Мы знаем, мы видим здесь, что царь его называет ленивым и лукавым слугой. Ленивым и лукавым рабом. Его мотивы очень сильно отличались от предыдущих двоих. То, что двое первые делали, мотивы этого третьего. Совсем другие. Почему религия боится, например, молитвы и освобождения? А вдруг бес войдет? А вдруг он с него во меня войдет? Ну, мышление такое. Просто этот человек, он, он не хотел напрягаться. Он просто хотел э, отсиживаться, просто спрятать. И он как бы у него страх был лукавый страх этого царя. Он просто, я я хочу спрятать эту мину для того, чтобы тебе принести ее назад. И ту драгоценность, которую которую ему царь или Бог дал, он просто его задача была возвратить ему назад. И ниже написано, и он сказал стоящим там: заберите у него его мерку и отдайте тому, у кого уже есть десять. Господин сказал ему, да ведь у него и так уже десять мерок. Хозяин ответил, говорю вам, что каждому, у кого уже есть, будет дано еще, а у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. А также мы знаем, что произошло с теми, которые не хотели его как царя. Их, их просто написано, что приведите сюда и убейте предо мной. Но посмотрим на того человека, которого, у которого была эта отнята, отнята мина. Это, это, это серебро, которое было отнято у него. Мы не видим его как бы окончания, что с ним произошло дальше. Да у него как бы мина это за брата, это серебро за брата. Но что дальше? Я скажу, что я не хочу узнать на своей жизни то, что с ним бы произошло. Я хочу, чтобы царь, когда придет, сказал мне, ты молодец. Чтобы я не был даже в категории тех людей, которым, которым как бы рискованно, что у тебя заберут то, что ты имеешь. Некоторые могут подумать, что если у меня нет результатов от того, что вложил меня царь, то, то что он мне дал, то я потерял спасение. Мы понимаем, что спасение это дар, это не, оно не основано на работе. Спасение это этот подарок Божий, это подарок, который Иисус сделал для нас. Но если мы не прилагаем никакого усилия, если мы не прилагаем ничего, то это говорит о том, насколько мы ценим этот подарок, который Бог дал нам, насколько мы ценим этим. Я скажу, что обычно, если ты не ценишь даже какую-то вещь, простую вещь, если ты не ценишь ее, тебе очень легко ее потерять. Просто даже вот так вот, если ты смотришь на, на, в жизни, у тебя есть какая-то вещь, но ты ее не ценишь. Ты с ней обращаешься халатно. Если я не отдаю свое сердце, Богу полностью, я начинаю терять. Мы начинаем терять то, что Бог нам дал. Ты, у тебя есть или движение вперед, или движение назад. Середины нету. Мы знаем, что в Откровении написано, что лучше бы ты был или холодным, или горячим. Но если ты теплый, то я извергну. Вот если если мы находимся в этой категории третьего слуги, то я скажу, что у нас есть еще возможность изменить свое состояние. Мы видим, что этот, этот человек он просто был лукавый. Он, он не был не отдавал всю, всю свою жизнь для Бога. Он не хотел рисковать, не хотел напрягаться. Он даже никогда не показал свою благодарность царю то, что он ему дал. 2 Петра, 1 глава, 9 стих. У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп и забыл об очищении от своих прошлых грехов. Человек, который не напрягает себя быть послушным Богу, он теряет способность видеть и понимать духовные вещи. Человек просто... На духовные вещи Он смотрит совсем по-другому. Он, он не может их понимать. Он, у него глаза уже слепы, он близорук написано, да? Он просто начинает забывать то, что сделал для Него Бог. То, что сделал для Него Иисус. И Он теряет то, что Бог дал Ему. И последнее место мы прочитаем это 2, 2 Петра. 1 глава 10 и 11 стихи. Поэтому, братья, еще более старайтесь укрепляться в вашем положении, призванных и избранных, так как так вы никогда не споткнетесь, и вам будет широко открыт вход в Вечное Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Если мы будем прилагать усилия, если мы будем прилагать все усилия, чтобы не быть, не быть в поражении, то Господь да, даст нам сил. Просто мы можем, мы можем переживать, что мы ошибаемся, но самая большая ошибка, если мы не отдаемся полностью Богу, если мы не отдаемся Ему полностью. Если ты не потеешь духовно, если у тебя, если ты живешь на расслабоне, просто прими решение – сделать для Бога все возможное от тебя. Все, что ты можешь сделать, чтобы ты сделал для Него. Если ты будешь делать все, что возможно от тебя, если ты будешь прилагать все усилия для того, чтобы принести прибыль царю твоему, твоему начальнику, твоему папочке, твоему любимому, у тебя просто совсем по-другому ты будешь смотреть на жизнь. И Он доверит тебе больше. Он доверит тебе больше, потому что вы понимаете то, что Господь, Он проверяет часто каждого из нас. Он проверяет твое и мое сердце. Он проверяет, насколько мы, насколько мы преданы Ему, насколько мы э, делаем то, что Он хочет от нас. И как я говорил в прошлой теме, что послушание – это очень важно для, для каждого из нас, чтобы мы были послушны Богу, чтобы мы были послушны то, что Он нам говорит. Надеюсь, что понятно. Давайте мы встанем, давайте встанем, поблагодарим нашего Бога. Просто я скажу, что очень важно, чтобы мы прилагали все усилия, все старания, чтобы мы не отсиживались на задних скамейках. А все, что нам нужно сделать, это просто быть, быть рабами, быть слугами, быть учениками Иисуса, которые полностью хотят полностью отдать свою жизнь ему и полностью сделать то, что он хочет. Давайте поблагодарим Бога за то, что у нас прекрасный Бог, Он нас любит очень сильно и у нас есть возможность на все тысячу процентов сделать все, что Он хочет от нас. Аминь. Просто прилагаем ли мы усилия, прилагаем ли полные усилия для того, чтобы это сделать. Мы знаем, что есть темы пастора, о которых он говорит, что тебе нужно просто расслабиться. И полностью... Я, я, я понимаю эти вещи. Но я сейчас подхожу с другой стороны. Именно со стороны того, как бы послушания Богу. И то, что Он тебе поручил, приносишь ли ты Ему приход, приносишь ли ты Ему прибыль от, от того вложения, которое Он э, вложил в тебя. Потому что каждый человек, каждый человек, которого Бог предназначил, которого он, который должен быть с Ним в небе, настолько дорог для Него, каждый из нас, мы — это драгоценность, которую Господь просто сильно любит, и Он желает и жаждет, чтобы мы послужили друг другу. Давайте Просто помолимся, чтобы Господь помог нам в этом в этом вопросе. Господь, мы благодарим тебя, мы славим тебя, любимый. Спасибо тебе, дорогое. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, что даровал для нас все необходимое в нашей жизни для того, чтобы полностью полностью сделать то, что ты желаешь, Господь. Используй, используй каждого из нас, как ты хочешь, Господь. Мы хотим принести тебе мы хотим Тебе принести прибыль на все тысячу процентов, Господь. Я прошу Тебя, просто используй каждого из нас. Используй, Господь, чтобы мы не были холодными, Господь, или теплыми, но чтобы мы были горячими для Тебя. Чтобы этот огонь просто горел внутри каждого из нас. Твой огонь, Господь, огонь Духа Святого. Пусть, пусть он больше и больше разгорается, Господь. Я благодарю тебя за каждую это место, Господь. Спасибо тебе, спасибо тебе, Господь, что Ты говоришь к нам, Ты говоришь к нашим сердцам, Ты говоришь то, что Ты желаешь, Господь. Я послушан Тебе, Господь. Спасибо тебе, дорогой. И то, что Ты мне сказал, Господь, то, что Ты мне показал, Господь, я это передал, любимый. Просто открой наши сердца, открой наши сердца, чтобы нам это. Дух Святой, чтобы Он просто нам вложил это, Господь, чтобы мы понимали эти моменты, Господь, в нашей жизни. Я благодарю Тебя, дорогой. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за все. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо, дорогой. Аминь.